Клуб французского языка в Сарове существует более 20 лет. Сюда приходят горожане разного возраста и профессий. Здесь они изучают культуру французского языка, фонетику, грамматику и многое другое. Специально к занятию я просто подбираю какой-то материал. Когда приходят люди, то я смотрю на их состояние. Бывают такие люди приходят, что они с работы очень устали. И они просто пришли, потому что их тянет сюда. Но они, например, не могут сегодня сосредоточиться. Бывает, особенно это в конце года, в конце учебного года. Тогда мы больше берем на чтение, больше каких-то игровых у нас есть. У нас даже есть дни, которые просто посвящены, когда мы собираем карточки, какие-то пазлы, для того, чтобы мозг просто отдохнул. Обучают в клубе по специальным бумажным учебникам. Книги в библиотеку присылают французские друзья из монастыря Бюсси. Сейчас на полках стоят более 1000 книг. Книги на французском языке невозможно купить. И не только потому, что они ужасно дорогие, а просто их в наличии нету. То есть какие-то учебные пособия, адаптированные книги, учебники. А вот, например, собрание сочинений Бальзака. Или, например, энциклопедии по Париж. Откуда мы возьмем в России такое? Но нам наши французские друзья... Они нам несколько лет подряд слали посылки. Сейчас в клубе по книгам Франции обучаются 6 человек. Все они приходят сюда провести с пользой свой досуг. Марина Шишова о клубе узнала от своей старшей дочери и ходит сюда уже больше 3 лет. У нас компании разные, у каждой свои цели. Кто-то хочет достичь высоких успехов именно в изучении языка. Для кого-то это очень интересное времяпрепровождение, и мы узнаем культуру другой страны, узнаем друг друга, потому что мы общаемся, проводим тематические вечера, узнаем интересные что-то о культуре Франции, о народе, о поэтах французских. То есть здесь все вместе, не только язык. Вот кому-то нужно общение и информация о стране, да? Кому-то нужен уровень языка. Поэтому мы все разные, каждый со своими целями, но нам нравится быть вместе. Весной участники клуба французского языка готовятся провести романтический вечер. Он будет посвящен композитору Мишелю Леграну. Участники весь вечер будут разговаривать на французском языке. На мероприятие приглашают всех желающих. Вход свободный. Более подробную информацию можно получить по телефонам 944-17-944-26. Ирина Вышегородцева, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.